сначала все выступления. Пожалуйста. Да. Ну, при всем уважении к тебе, я категорически против вот этой поправки. Все должно остаться в том виде, в котором было принято бюро. Потому что, значит, избиратель мыслит весьма четко. Да, избиратель мыслит четко. Вот без всяких этих размытых формулировок. Значит, мы должны четко себя идентифицировать как те люди, как та партия, как та политическая сила, которая против этого незаконного референдума, который прошел в 2014 году. И именно фразой про суверенитет Украины в границах 2013 года мы это обозначаем. Значит, мы всегда, значит, высказывались смело, четко и принципиально. В этом наше главное отличие. То, что делает нашу партию особым явлением в нашей стране. И мы таким должны остаться. Как только мы начинаем размывать свою позицию, мы проваливаемся между одной позицией избирателей и другой. Потому что нас никто не будет воспринимать, если как КПРФ, который там и Единая Россия, и Справедливая, значит, который там поддерживает этот ужасный референдум, да? Значит... А мы должны обозначить четкую свою позицию. Мы против этого незаконного референдума. И это должно быть даже, может, еще более четко отражено в этом меморандуме. Ну ладно, я уже согласен, так как есть. Поэтому, Юра, такой поправки быть не должно. Вы должны стоять четко на своей правильной позиции. It's the return of the wild style fashion is smashing hits, make it hard to adapt to this. Put pizzazz and jazz in this, the cash in this, master this, blast this, and make a clap to this.